Спокойно. Мы же... Нет, я чуть телефон не уронила. Мы сидим на улице, а у нас тут плиточка. Ой, туте, туте. Туте. Плита. Плитка. Там какое-то существо тут тоже лежало. Ну, ничего страшного. Ну, что, будем садить снимать плитку? Бур-б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 ур. Я вчера в трусах ходила. По дороге. Бур-бур. 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 Прямо бур-бур-бур-бур-бур. Кстати, если а какая, есть... Какая у вас, 10 градусов на улице. Если... Это Сибирь, детка. Это Сибирь. Это лето, это лето. Это лето. Это лето. Кстати, если съесть, у нас жгучий перец растет. Зеленый. Где? Зеленый. У нас растет болгарский перец. Зеленый... Перец чили. И чё? И чё? Если его съесть, можно. Вау! Ты открыла мне глаза! Надо двигаться. Пошли клип снимать. Надеюсь, того придурка на велосипеде. Мы еще не рассказали. Да, давай, расскажи. Мы вчера с Варей снимаем клип. Ну, она под песню «Улыбайся». Варя... Всё рассказала. Вот она такая начинала петь. Там да. Мы поем, я, ну, я ей подпеваю. Хлопаю, да, хлопаю, хлопаю, хлопаю. Я просто пела. Я ей хлопаю. Хлаю, хлаю. Хлопаю, хлай, я дальше. Тоже пою, и она поет. И мы поем, и там мужик какой-то едет. Мальчик на велосипеде. Мальчик. Ну, просто толстенький, ну, ничего страшного. Едет. И что? Мальчик такой. Он поворачивает на нашу дорогу. Он поворачивается на нашу дорогу. Едет. Он, получается, едет сюда, поворачивается такой, на боссу, потом на собаку посмотрел, боссом, потом на нас посмотрел странно, потом еще такой на нас посмотрел. Того. Того. Короче, мы идем снимать клипончик. В общем, все. Посмотрите, как Соня делается. Она в перчатках, в носках. Она в шапке. Ну ладно, ладно, ладно. Куртки. Она. А что сейчас? Сейчас, а. Вот. Не надо не ломать место цифровинного, он так сломал. Все, мы взяли вот так. Понимаете, она тут отвернулась, вот тут кое-как. Да, короче, у меня сейчас некие проблемы. Вот тут нормально еще, и вот тут... Так. У нее ножка верхняя. Да, вон, я даже ее отметила. Да, вот, вот. Так, все, короче, погнали. У меня здесь блокнот, открывай. И ищи розовые записи, розовые ручки. Вот, вот. Так, первое, я стою на месте, ну, просто, как мы начинали. И я здесь писала от слов. Сначала нам надо записать начало, как мы хотели. Мы сели кушать, едим супчик. Не побуще. Ты же сама говорила, ты только жижку выхлебаешь. И будем кушать супчик с фрикадельками. И всем приятного приятного аппетита. Снова чуток пофотались, и там одна фотография очень похожа на меня, потому что это я. Знаете почему? Потому что я сделала себе рожки и... Да не знаю, ну прикончи. И понимаете? Прикончи. Не буду, специально для тебя. Вот, я буду сейчас мыть сайдинг, вот этот. И, в общем, там была такая фотография, на которой я очень похожа на Малефисенту. Если у меня получится, если я успею перекачать все файлы, то вот, может, где-нибудь вот здесь вот будет фотография. Но я серьезно, там так похоже. И эти фотографии некоторые появятся в Инстаграм, ВКонтакте. Ну, это святое. Ладно, я буду мыть сайдинг и буду что-нибудь смотреть, потому что мне будет скучно. А я покажу, я обещала. Не обещала я. Я села пить чечек зеленый и сливки кушать. Смотришь, да. А мы уже приготовились к завтрашнему DIY. Ну, точнее, к воскресенью, потому что ну, завтра мы все поедем покупать. Мы должны поехать. Купила. Вот, это вот такие вот... Господи, сейчас... Блестяшки. Сейчас фокусирую блестяшки. Это только моя. Подожди, 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 подожди. Сорвалась. Ну и чё она не хочет? Ну и чё она не хочет? В общем, почему-то оно не фокусирует. Арина, аккуратно, сейчас чай прольешь. Во. Такая коробочка.
Угадайте, сколько стоит. Вот сейчас поставьте на паузу и напишите в комментариях. Барабанная дробь. Бара-бара-бара-бара-бам. 60 рублей. Вот за йенту. Вот за йенту. А вот это? 800 рублей. Нет. Ты сказала 800. Я говорила 600. 8800. 8800. Чего? 600. В общем, я у твоей мамы спрошу, но 600. Рублей 150, ребят. 600 рублей? 150 рублей. Вот. Нет, 600, красители. 60 рублей. Вот, 60. Рублей. 80 копеек. 8 рублей. Вот за это. Если вот за это я 60. Я говорю 60 рублей 8. 68 рублей 8. Аж. И вот такие вот ручки. Это моя. Нет, это Варя ее выгребла из-под дивана. Ничего, ладно, буду садиться пить чаечек со сливками. Всем приятного аппетита, ребят. Я тут ем сливки и пью водичку, потому что, короче, я разыкалась. Смотрю кухню там. Серии из 6 сезона. Какие тут? А, короче, или не 6. Короче, к ним приехали эти корейцы. По-моему. Вот. В общем, и хочу с вами попрощаться. Всем, ребят, пока. И до завтра. Завтра будет очень интересный блог. Мы уж точно знаем, что мы поедем в Волну. Это канцелярский магазин. Потом поедем на Березку, поедем в Экспресс, и все, будем закупаться к школе. Ладненько, всем пока-пока, ребятушки, до завтра.